Всем привет, это канал Pixel Engine. Я рисую простые рисунки по клеточкам. В этом видео я предлагаю нарисовать со мной вот такую красивую яркую конфетку новогоднюю. Для рисунка берем черный фломастер, для контура красный, желтый и зеленый. Рисунок помещается в обычную тетрадку, он очень маленький, простой, справится любой начинающий художник. И не забывайте поставить лайк мне за идеи и за подсказки в этом видео. Сначала берем черный фломастер, я беру черный маркер, чтобы быстрее нарисовать. И начнем рисовать контур конфеты от верхнего левого угла. Вот эта клетка у меня будет верхний левый угол рисунка. Пропускаю 3 клетки вниз, на 4 останавливаюсь и закрашиваю 4 клеточки вниз. Поворачиваем вправо по диагонали, закрашиваем вправо 3 клетки. Теперь 2 клетки вверх. Одну клетку по диагонали вправо. Еще идем по диагонали вправо и закрашиваем 3 клетки по горизонтали. Теперь одну клетку по диагонали вниз вправо. И идем по диагонали вниз вправо. И здесь нужно отсчитать вниз 20 клеток. Или берем линейку, отмеряем 10 сантиметров. Отсчитываем внимательно, не ошибаемся. И закрашиваем по вертикали такую длинную полоску. Теперь идем по диагонали вниз вправо и закрашиваем 2 клеточки вправо. Идем по диагонали вверх вправо и закрашиваем 10 клеток вверх. Здесь нарисуем ягодку с листочками. Сначала вот здесь идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 2 раза по одной клетке. Здесь поворачиваем вправо, одну клетку по диагонали закрасим. Еще идем по диагонали вправо, закрашиваем 2 клеточки вправо. Теперь 2 раза по одной клетке вниз по диагонали. И здесь по диагонали влево-вниз 2 раза по одной клеточке закрашиваем. Теперь от вот этой клетки идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем 2 раза по одной клетке. Идем по диагонали вниз, закрашиваем 3 клеточки вправо. Теперь идем вверх по диагонали, закрашиваем вверх 2 клеточки. Поворачиваем влево, одну клетку закрасим здесь по диагонали. И еще идем по диагонали, вот здесь 2 клетки влево по горизонтали закрашиваем. Теперь от этой клетки перепрыгиваем одну клеточку вверх, вот здесь одну клетку закрасим. Идем по диагонали вправо и закрашиваем вверх 2 клеточки. Теперь идем по диагонали вправо, еще 2 клеточки вверх закрашиваем. Теперь поворачиваем влево, закрашиваем 2 раза по одной клеточке по диагонали. От этой клетки идем влево и закрашиваем вот здесь 2 клетки по вертикали. И теперь идем по диагонали вниз, влево и закрашиваем вот здесь 3 клеточки по вертикали. Теперь от вот этой клеточки перепрыгиваем 4 клеточки вправо, вот здесь останавливаемся и закрашиваем вниз полоску вот сюда по вертикали, и можно не считать клетки. От этой клеточки идем по диагонали влево-вверх и закрашиваем 2 раза по одной клетке. Идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 7 клеточек влево. И теперь идем вниз по диагонали влево, вот здесь 2 раза по одной клеточке закрасим. И контур должен сойтись, и черный фломастер для этого рисунка больше не нужен. Теперь будем раскрашивать. Сначала я беру желтый фломастер и вот эту ягодку закрашу желтым цветом. Теперь берем зеленый фломастер, лучше взять поярче и посветлее. Вот эти листики закрашиваем зеленым. А теперь берем красный фломастер и нарисуем полоски на конфете. От этой клетки пропускаю 2 клеточки вверх, вот здесь останавливаюсь и отмечаю 3 клеточки вверх. От этой клетки пропускаю 3 клеточки вверх и отмечаю 3 клетки вверх. Получается вот такой контур. Его будем закрашивать красным. Теперь от этой клетки пропускаю 3 клеточки вверх, отмечаю здесь 2 клеточки вверх. Теперь вот здесь отмечаю 2 клеточки. Вот эти клетки тоже будут красные.
Теперь от вот этой черной клетки пропускаю 3 клеточки вверх, отмечаю 3 клеточки вверх, а от вот этой клетки пропускаю 1 клетку вверх и отмечаю 3 клеточки вверх. Обвожу вот такой контур. Получается 2 столбика по 3 клеточки вертикально. Теперь от вот этой клетки пропускаю 3 клеточки вверх, отмечаю здесь клетку. Вот здесь будут 2 клеточки красные, а вот от этого угла ведем контур. Влево клеточка, вверх клеточка. И такие ступеньки ведем вот так. Вот эти клетки все будут красные. Теперь от вот этой клетки пропускаем 3 клеточки влево. Вот эти 2 клетки будут красные. Здесь ведем контур вниз, клетка вправо, клетка и вниз клетка. Вот эта клеточка тоже будет красной, от нее ведем контур вверх, влево, вверх. Вот эта полоска тоже будет красная. Теперь отмечаем вот здесь 3 клетки по вертикали и вот эти 2. Они тоже будут красные. Обводим и теперь закрашиваем вот эти части, которые отметили красным фломастером. И вот такой простой новогодний рисунок по клеточкам у меня получился. Яркая конфетка новогодняя. Рисунок небольшой, помещается в обычную тетрадку и очень простой. Кому понравилась идея, мой рисунок и видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех с наступающим Новым годом или уже с наступившим. Пока-пока, до новых встреч на канале Pixelenger.